А тут типа бесплатно. В общем, отменили, короче. Поэтому следующие выходные ничего не будет. А мы, наверное, поедем. Следующие? Ну да. А, ну вот. Просто следующие выходные будет или поход с Крыловым. Они куда? Ну, я не знаю, куда Крылов поедет. Он пока не объявлял. Крылов тоже может? Ну да. Или вы куда? Или, может быть, вот на Страдавню как раз. А? Может быть, как раз на Страдавню. А через неделю в Старицу. Но опять же, все пока под вопросом, из-за погоды, из-за здоровья. Пока хотим. Посмотрим. Сейчас вот пока эти выходные интересны. Видишь, будет и фестиваль вот этот, и троллей. И просто погода обещает быть отличной. А Дегтярев, вот Алексеев, еще несколько человек поедет, конечно, Калязин. Но по такой жаре 320, это как бы тяжеловато. Школы милиции. Мы как раз к 8 подъедем. Может чуть пораньше. Мы как раз к 8 подъедем. Может чуть пораньше. Я понял, хорошо. Давай. Давай. Вот у нас же была сегодня с утра всю ночь, ага. И с утра, а завтра плюс 35. Да, вот от нас и шла, наверное, эта туча-то. Ага. Так что у нас вчера ночью как полило, обещали-то днем, я имею в виду сегодня днем,
А полило вчера ночью. Вполне возможно. Собака, смотри какая. Да, Леська? А? Еще собачка. Спасибо, ну, тоже знал. Вот тоже для велика, что ли? Для велика, для леди. Не могли сделать нормальный объезд, разворот для машин, для всего. Фух.
ты Макс. Всем привет. Привет, привет. Что-то жарко. Я-то совсем. Сегодня, видишь, прохладно еще. Ехать-то. А что ты насупку не пристегнул в спальник? Полегче, ну побрился уже, как в армии. Что ты там здесь делал? Срился, брился. Нормально. Я говорю, людей пугать этот день. Я быстро не поеду. Чего? Пристегнул бы. Почему ты быстро не поедешь? Чего ты быстро не поедешь? Она не уйдет, вот ты сверху. Сейчас подождем, может, он появится. Надышим. Что-то жарко. Да? Что ты наложил? Вань, подожди, подожди. А потом ты скажешь, что опять все сломалось. Ой-ой-ой. Что, ну где телефон-то набрал? Я быстро не поеду. А почему ты с одной стороны примотал? А? Я взял ножик, я взял решетку. Сосиски. А, для взял... рыбы, да? Ну, как бы да. У тебя как у меня все, или нет? Другой? У меня поменьше. У него поменьше, да, у меня как у меня. У меня как у Вани, вот этот вот. И этот я взял. Тем-то один. О, да? Да. Драма, ты купил новую или что? Не, у меня... Надо когда? Другу, да, улитку? Он долбовый. Да, денег ты взял. Но это как спиннинг? То есть, в принципе... На щучку? Остальное там. На щучку? Да, на блюдке там. У меня 4 блюдки. Прыгать. И на троллей-то поедешь? Попрыгать-то вверх. Там? Ну, не там, не совсем там. А где было авантюра? Там или в субботу можно съездить, или в воскресенье на обратном пути. Если не в Ром, не будет. Не, на обратном пути можно съездить. Если в Ром, не будет. Ну, да. Блин, я не знаю, я бы давай бы вместе, конечно, с ним бы туда. Сверху. Не, я не... Я забыл, да. Я не телефон отбыл. Гречка. Там литр пива. Да. Я с тобой, знаешь, как-то... Больно, Макс. Все теперь понятно с тобой. Себя обрадует. Макс взял литр пива. Да. Я говорю, ты пол-литра-то не пью обычно. А тут он взял литр. Пиво взял? Он обычно говорит, я, говорит, не пью даже. Да, тут видишь, один буду. Сейчас скучно будет. Педаль так не открутил. Нет. Вот, видишь, тоже на контактах. Вот все на контактах. Я вообще гибрид, шоссейник на контактах. Еще полуразрядный крылья. Серьезно, покажу личному комфорту. Зато это не бесполезно крылья, Вань, как у нас. Штука была бы с нами. А сколько она там стоит? Велик? Да. Я покупал. Вань, ты так не хочу. Что-то около 12. Нормально. Тут еще пыль. А что там? Там турней, наверное. Турней? Скорее всего, конечно.